21 сентября по всей России прошел Всероссийский день бега «Кросс нации». Впервые за 16 лет самый массовый легкоатлетический забег состоялся в парке активного отдыха «Гришкино». За участников состязаний болела и наша съемочная группа. Этот яркий спортивный праздник на протяжении многих лет объединяет всю страну. В прошлый раз местом его проведения в Тверском регионе был Старицкий район. В этом году «Кросс нации» принимал парк отдыха «Гришкино». В областном этапе соревнований приняли участие более 5000 жителей области. По мнению губернатора Игоря Рудени, подобные мероприятия подают жителям региона отличный пример здорового и активного образа жизни. Это чрезвычайно важное мероприятие. И сейчас оно проходит в этом году в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни», национального проекта «Демография», который реализуется по стратегическим инициативам президента Российской Федерации. И на территории нашей области у нас, вы знаете, наверное, что губернатор оказывает всяческую поддержку именно развития здорового образа жизни. Спорт – норма жизни. Вот, собственно, что должен провозглашать это мероприятие. Забеги на 1, 3 и 6 километров были организованы для разных возрастных категорий. Спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, спортивных семей, участников старшего возраста. Еще одним новшеством «Кросса нации» в этом году стала корпоративная эстафета для команд из 8 человек, в ходе которой каждый спортсмен преодолел 500-метровую дистанцию. Среди участников было немало школьников, которые пробуют силы в таком состязании впервые и считают, что такие мероприятия нужны и важны. Сейчас я участвую в первый раз, но раньше участвовал в «Лыжне России». Данная акция поддерживает спорт, чтобы в молодежи были не только вредные привычки, но и продвижение здорового образа жизни, чтобы молодое поколение смотрело и гордилось, и стремилось. Ребята, для которых этот забег уже не первый, охотно делились опытом с нашей съемочной группой. Ульяна, ну вот скажи, ты первый раз участвуешь сегодня в забеге? Нет. Какой раз? Раз третий. Раз третий. А когда ты еще участвовала? Участвовала в том году в Старице и в городе. Когда в городе. Я второй раз участвовала в том году, и как бы вообще мне очень сильно понравилось. Самый главный опыт в том, что когда вот ты стоишь на старт, у тебя волнение, просто надо расслабиться, ни о чем не думать и просто бежать. Юные участники соревнований были, пожалуй, самыми азартными и отчаянными. 9-летняя Мария Кузнецова из Чуприяновки Калининского района одержала убедительную победу в забеге на дистанции в 1 километр среди девочек до 9 лет. По итогам соревнований состоялось награждение победителей. В программе «Кросса нации» прошло 11 забегов и определились обладатели 14 комплектов наград. Награды «Кросса нации» 2019 уехали в Тверь, Калининский и другие районы Тверского региона и даже в Иркутскую область.